первому домашнему матчу сезона игроки «Сибиряка» подошли в приподнятом настроении. На выезде в Санкт-Петербурге было одержано две победы. Лучшего старта не придумать. Правда, начинать в родных стенах новосибирцам предстояло не с кем-нибудь, а с действующим чемпионом – подмосковным «Динамо». Несмотря на статус соперника, аншлага игра не собрала. Свободные места на трибунах хоть и немного, но были. Матч начался с обоюдных атак. Однако гол гостей на 5-й минуте остудил пыл новосибирцев. Нандо нашел на дальней штанге Фернандинья. Бразилец оказался точен. Динамовцы контролировали ход игры, атаковали интереснее сибиряка и на 12-й минуте удвоили свое преимущество. Отличился Пуло. Юрий Рунев взял тайм-аут, после которого сибиряк пропустил еще, причем дважды. Сначала Нанду оставил Артема Чудинова в дураках, обокрав его на ровном месте. А буквально следом потрясающий по красоте удар удался Павлу Кобзарю. Дабы встряхнуть команду, Юрий Рунев произвел замену вратаря. Алексей Фармин сменил Леонида Климовского. Этот ход подействовал. Хозяевам удалось отодвинуть игру от своих ворот. А на 19-й минуте Фармин начал голевую атаку сибиряка. Алексей классно сыграл на опережении. Умберто и Тимощенков убежали 2-1. И Константин поразил ворота Густава. Новосибирцы встрепенулись. Однако следом последовало удаление Артема Чудинова. Игрок толкнул Сергея Сергеева, устроив настоящую заварушку на площадке. Ее итогом стала вторая желтая Чудинову, горчичники Тимощенкову, Сучерину и Серила. Кстати, для Серила эта карточка оказалась также второй. И 11-й номер гостей, как и Чудинов, увидел перед собой красный свет. Однако, так как Серила был удален за то, что вышел на площадку пятым, гости получили право на большинство, которое почти сразу реализовали. Фернандинья оформил дубль. Итог первого тайма 1-5. Пожалуй, на этом игру можно было заканчивать. Да, все правильно. Первый тайм получился полностью провальным. Да, скажем, мы вышли и просто не готовы были к прессингу. Активный прессинг был со стороны «Динамо», да, и мы не смогли из-под него выйти. Вот, пожалуйста, результат первого тайма 1-5, да. Второй тайм хозяева начали неплохо. Ближе всего к забитому мячу был бразилец Дарлан, но Густаво действовал на последнем рубеже уверенно. Динамовцы же, по сути, свой первый момент во втором тайме реализовали. Ромало скинул мяч на Рахимова, который расстрелял Фармина. После этого сибиряк забил. Дарлан все же смог отличиться, но на ход встречи этот мяч не повлиял. Динамовцы до конца тайма забили еще дважды. Кобзарь оформил дубль, Фернандинья хитрик, проведя мяч в пустые ворота. Сибиряка же, который 43-й минуты играл в 5 полевых, хватило только на один мяч. Отличился Сергей Малашев с пенальти. Итог первого матча 8-3. Победа москвичей. Ну да, мы реализовали их ошибки. Я думаю, что они там несколько раз потеряли на задней линии. Поэтому мы как бы плюс у них удалили игрока, я считаю, что по делу. И, наверное, вот это вот их и выбило, и немножко как бы из колеи команду, и как бы, наверное, такой результат. Вторая игра с «Динамо» началась для сибиряка хуже не придумать. Уже на второй минуте Фернандинья вывел москвичей вперед. Сложилось впечатление, что выводов после первой встречи подопечные Юрия Руднева сделать просто-напросто не успели. Да и кадровые проблемы не могли не сказаться на игре команды. У новосибирцев отсутствовало сразу 5 игроков, включая 3 бразильцев. В итоге динамовцы доминировали на площадке, и это вылилось в то, что к перерыву на табло горели печальные для хозяев 0-3. Фернандинья оформил дубль. Еще один мяч на свой счет записал Пуло. После перерыва картина не изменилась. Гости выглядели мощнее, и к 31-й минуте вели уже с преимуществом. Неутомимый Фернандинья оформил хет-трик. 5-й мяч влетел в ворота сибиряка от ноги Николая Плахова. Тино Перес при счете 5-0 решил дать игровую практику своему второму вратарю, Ивану Поддубному. Так вышло, что первый же удар по его воротам закончился голом. Отличился Сергей Иванов. Этот гол придал сибиряку эмоции, и довольно быстро хозяева паркета смогли провести еще 2 мяча. Иванов оформил дубль. Еще один раз отличился бразилец Дарлан. Однако гости все же смогли справиться с натиском новосибирцев, а на 42-й минуте Фернандинья похоронил интригу, оформив покер и поставив точку в игре. 6-3. Победа действующего чемпиона страны. Не столько в оправдание, сколько в плане констатации факта, все-таки хотелось бы довести до болельщиков, что, конечно же, у нас сегодня существуют определенные трудности. У нас сегодня 5 игроков практически основного состава, которые составляли пятерку из 8 человек, выступающих на Кубке Урала, которые выиграли кубок, которые зарекомендовали себя с самой лучшей стороны.
Их сегодня не было в составе вообще. Причина – дисциплинарные санкции Чудинова и травмы Тимощенкова, Шуши, Умберто, Пишота. Коллега, что касается Сибиряка, сегодня команде было очень тяжело, потому что, как и вчера, они в начале игры допустили ошибку, которой мы воспользовались, и уже мы были на эмоциональном подъеме, у них же наоборот был спад, и тяжело было им что-то сделать. В следующем туре Сибиряк ждет поездка в Норильск. Динамовцы дома сыграют с Синарой. Юрий Зимянов, специально для стации мини-футбола России.